Новая жертва любовного сталкинга. Начал писать и звонить моему молодому человеку с угрозами. Сергей расписал мне весь подъезд, где я живу. Конечно же, я ходила, писала заявление в полицию, на что мне отклонили возбуждение дела. По факту того, что якобы Сергей сказал, что он этого не делал, и никто доказывать ничего не стал. Он исписал весь подъезд надписями циничного, непристойного характера. Они оскорбляют общественную нравственность. Подробнее сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».